Он какой-то уже изначально обиженный сегодня пришел. Ну что, до красной-то дойдет дело сегодня. Зовет сейчас красная сразу, без раздумий. И я думаю, что это конец игры. Пепе и Диего Симеоне схлестнулись. Я вот здесь бы Пепе, кстати, не позавидовал, вообще говоря. Потому что я хорошо еще помню Диего Симеоне футболистом. Это был такой боец. Бои которого таким мальчишкам, как Пепе, даже еще и не в любом возрасте можно было на видео смотреть. Из-за их бескомпромиссности. Ну, а кроме красной Криштиану Роналду, больше ничего не произойдет? Или все-таки мы видим... Да. Даже тут-то, казалось бы, он мог бы сказать, что я просто так падал. Сегодня вот одна единственная вещь, которая не очень мне нравится, это постоянная... Там еще и Кака за грудки он схватил от Диего Симеоне. Это готовность сразу схватиться за лицо людей. Вот смотрите, теперь Куртуа еще держится за лицо. Ну, он-то куда? Он за...